кругом взрывы. Земля взлетает над головой, пули свистят. И только я один из огня вылазю без единого ожога. Только шнурки в ботинках дымятся, понимаешь? Лисицын, со мной поедешь. А что случилось? Теракт в центре. Использован неизвестный газ, возможно, зарин. Власов уже на месте. Поехали. Я понял. Сейчас! Вредных примесей нет, чисто. Ничего не понимаю. По-моему, они отравились не газом. Прибор ничего не показывает. Пришли результаты забора воздуха. Ну что здесь могло произойти? Клетка железная, настоящая. А чем они тут занимались? Снимали рекламный ролик. Ну, живите, живите этой болью, понимаете? Вам плохо, горло сковало, горло сковало. Вы задыхаетесь все сильнее и сильнее. Начинаете кашлять. Все, и тут на помощь приходят, что, живительные таблетки? Выдох, все. И вот она пошла работать. Все, выходишь, клетка падает, обнимаешь и уходишь. Уяснили? Все, работает. Только камеру переставляем сюда, к штативу. Тишина в павильоне! Камера! Сцена 10, кадр 1, дубль 1. Дым пошел! Больше, больше давай дыму! А, хорошо, хорошо! Мотор! Начали! Посторонним сюда не пройти. Вход на территорию только по пропускам. Плюс везде камеры. Надо изъять записи всех камер. Срочно скорую! Один живой! Погибших много? Только один. Вольдемар Колосов. Владелец рекламного агентства. Проходите. Что, и все? Андрей, тебе что, уже одного трупа мало? Есть еще одна пострадавшая, но она в больнице. Остальные все живы-здоровы, состояние удовлетворительное. Почти все отказались от госпитализации. Так была газовая атака? А вот с этим, Андрей, тебе разбираться. Пробуй уже в лаборатории. А вы здесь старшая? Полковник Рогозина, Федеральная экспертная служба. А что с моим дядей? Где он? А кто ваш дядя? Как его зовут? Дядя Вольдемар. Он здесь главный. Колосов? Да, он. Извините, пожалуйста. Полковник Рогозина, слушаю. Я пока не могу опровергнуть версию теракта. Подтвердить тоже не могу.
У вас пресса, а у меня труп. Да, конечно. Извините, я допрашиваю очевидца. Давайте продолжим. Ну что, говорят потерпевшие? Когда из этой дым-машины повалил дым, актеры в клетке начали кашлять, хвататься за горло. Но на это внимание никто не обратил. Все это было написано в сценарии. А потом все сразу потеряли сознание. Недавно приехал, это самое, к дяде. Мама умерла, он меня в Москву привез. Ну и на работу взял. И что входило в ваши обязанности? А все делаю, что попросит. Чай, кофе. В трудовой написано администратор. Почему вас не было в павильоне вместе со всеми? Батарейки сдохли, меня отправили за новыми, я и ушел. А когда вернулся, они все мертвые лежат. Ну, прям как в кино о терактах. Ну, я сам сразу за полицией вызывать. Принес! Борь, ну что у тебя? Время смерти Колосова 12:12:30. Умер от паралича дыхательных путей. Вот взгляни, что показала токсикология. В крови яд на основе стрихнина. Значит, его отравили. Яд попал в организм перорально. Этот же яд был обнаружен в крови Марии Фурсовой. Только в гораздо меньшем количестве, поэтому она и выжила. Смотри, в жидком дыме есть вещество эфирон. Эфирон. Так, эфирон. Раньше использовали в больницах для анестезии. Сейчас почти не применяют. Но можно купить в интернете. Я только не понимаю, зачем надо было усыплять всю группу для того, чтобы отравить одного? Яд, которым был убит режиссер, начинает действовать через час. Сознание все потеряли в 12:15. Ну, думай. И его смерть наступила примерно в это же время. Следовательно, яд попал в организм раньше, чем все отключились. Выходит, эти события не связаны друг с другом? Не факт. Зрелищные убийства. Все засыпают, и только одному не суждено проснуться. Возможно, убийца заранее продумывал этот сценарий. Ну, сделал из убийства представление. Итак, что мы знаем о жертве? Колосов Вальдемар Алексеевич, 48 лет, режиссер и бизнесмен, владелец рекламного агентства. Он у себя в агентстве собрал всех родственников. Это вот Анна Колосова, его нынешняя жена. Это его бывшая жена Виктория Орехова, детей у них нет. Это его племянник Матвей Коршунов. Что по второй потерпевшей? Мария Фурсова, 23 года, она работает ассистентом режиссера в агентстве у Колосова. 5 лет тому назад приехала в Москву. Родственников здесь нет. Снимает комнату. Колосов и Фурсова были отравлены ядом на основе стрихнина. Что мы еще знаем? После отравления всех вырубили препаратом эфирон, подмешанным в жидкий дым. Думаю, здесь имеют место два разных преступления, почти совпавших по времени. Кому нужно было усыплять группу? Какие мнения? Может, хулиганская выходка? Эта хулиганская выходка встанет в кругленькую сумму. Скорее, это месть хозяину агентства. Тогда нужно искать врагов или конкурентов. Итак, нужно выяснить, кто мог подмешать эфирон в дым-машину, пробить интернет-магазины, а также интересно, где именно отравились режиссер и его помощница. У меня есть одно предположение. Это видео было на телефоне, который вы отжали у живого покойника. Чай, кофе, печенюшку. Давай, давай. Пиджачок,
Девочки, модели, привет! Привет! Устроил кастинг. Судя по видео, они все время были вместе. Могли есть одно и то же. Согласна. В первую очередь занимаемся этими двумя. На сегодня все. Сотрудники ФЭС расследуют убийство владельца рекламного агентства Вальдемара Колосова. Во время съемок рекламного ролика кто-то усыпил всю съемочную группу, используя жидкий дым и веселящий газ. Очнулись все, кроме Колосова и его помощницы Марии Фурсовой. Их перед этим отравили стрихнином. Фурсова выжила, но находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следствие предполагает, что имеет место два разных преступления, совпавших по времени. Тетя Вик, как говорил мама, слезами горю не поможешь. Спасибо, Мотя. Так собачек называют. Ах, откуда столько снобизма в нашей Нюре? Ты, кажется, в поселке родилась? Кажется, не. Извините, а вас как зовут? Татьяна Михайловна. Тетя Таня, нас долго здесь продержат? Я не знаю, ждите. Как же нам теперь быть-то? Ну что нам теперь делать? Он же еще не старый был, а сердце не выдержало. Вот интересно, а кому теперь достанется агентство? Что за глупый вопрос, а? Красотка, это жена погибшего, а вот эта одноглазая леди, он с ней 5 лет назад развелся. А этот, который на понтах? Это помощник Колосова Ярослав Синицын. Послушай, ты можешь на меня рассчитывать. Я же в курсе всех дел, я тебе во всем помогу. Знаешь, я дам тебе хорошего, грамотного юриста. Он поможет тебе оформить наследство, ну и вообще, если что-то понадобится, то можешь обращаться. Да как же тебе не стыдно? Еще тело не успело остыть, а ты что, наследство делишь? А ты не забыл, что еще Мотя, Матвей есть? А я что, я тут ни при чем, мне ничего не надо. Вот, даже этот дурак понимает, я и мой ребенок прямые наследники Вальдемара. Тетя Ань, радость-то какая! Поздравляю! Это самое, дядя наверху радуется! А ты не бойся, я тебя не брошу. Тебе в кресле удобно? Слушай, шоколадку хочешь, а? Прицепился, как банный лист, а не хочу ничего. Да от кого же ты беременна? Я бы родила наследника, если бы Вальдемар мог иметь детей! Да ты пустышка! Вальдемар мне рассказывал, как таскался с тобой по клиникам. Бестолку все! Ах ты дрянь! Жаба! Стерва корыстная! Сплетница старая! Ты думаешь, я не знала, как ты меня за спиной поносила? Не надо ссориться! Надо скорбить о дяде! Да заткнись ты! Да замолчи ты! Ешь шоколадку! Вовремя я ушла из этого серпентария. Уползла. Что? Ничего. Почему первая жена уверена, что Колосов не мог иметь детей? Я думаю, пора допросить их по отдельности. Вальдемар был классным мужем. У нас была такая счастливая семья. Сыночка хотел. Не дождался. А как вы объясните нападки Виктории Ореховой в ваш адрес? Это все от зависти. Она была никакущей женой. Даже родить ему не могла. Ныла постоянно и на кулак напрашивалась. Вот схлопотала по мордам. Кто мог подлить эфирон в дым-машину и усыпить группу? Я не удивлюсь, если это Виктория. Она все могла, эта дрянь одноглазая. Вальдемар никогда не поднимал руку на женщин. Ну да, бывало, мы ссорились, а кто не ссорится? Скажите, а что у вас с глазом? Результат очередной ссор? Нет, ну что вы, это несчастный случай. В Новый год мы гуляли, и неудачно разорвалась петарда. Что вы думаете о новом браке Колосова? Нет там никакой любви. Вальдемар клянул на молоденькую, а эта подцепила себе богатого папика. Из беременности с этой совсем ничего не ясно. По вашему мнению, кто мог усыпить группу и с какой целью? Знаете, если это сделала Анна, я не удивлюсь. Решила его добить, а что, у него уже был один инфаркт? Тетя Вика для меня, это самое, как вторая мама. Она добрая. Когда мама заболела, она очень много сделала. И лекарства привозила, и продукты. Помогала за ней ухаживать. И в больнице дежурила. Вот. И на похороны пришла. Дядя Вальдемар не смог. У него как раз тогда инфаркт случился. А Анна Колосова, она тоже добрая женщина? Тетя Аня,
Ну, мы с ней мало общаемся. Но у них с дядей хорошая семья. А у вашего дяди были враги? Кто мог подмешать снотворное в дым? Да не было у него врагов. Его все любили. Мотя этот неотесанный провинциал, тюфяк. Почему вы так считаете? Да у него роман был с этой Машкой, которая сейчас в больнице лежит. Вальдемар был против этого, он-то их и разлучил. Так этот Мотя на вид так спокойно все это принял. Ну, раз дядя Вальдемар сказал, то... Ну, думаю, что обида на мужа все-таки осталась. Так что мог и он эфирон подлить. Ваш муж умер не от дыма. Он был отравлен ядом на основе стрихнина. Как отравлен? Вот и мы пытаемся понять, как. Скажите, у вас с мужем был подписан брачный контракт? Да ничего мы не подписывали. Вы на что намекаете? А почему вы уверены, что являетесь единственной наследницей? А кто же еще? Я! Я по закону прямая наследница! Что это? Завещание Колосова из нотариата прислали. Кто наследник? Племянчик из деревни. Мотя Коршунов. Повезло парню. Но это еще не все. Я следил по навигатору маршрут передвижения Колосова в день убийства. Утром до начала съемок он заезжал в банк, а сегодня у этого банка была отозвана лицензия. Может, он узнал об этом и... И покончил с самоубийством? Зачем? Опустошил свой счет заранее. Вообще-то замоториться мы должны были в 11 часов, но Вальдемар опоздал на полчаса. Из-за чего? Ну, не знаю, может, в пробке где-то стоял. Знаете, он начальство, он не должен оправдываться. Ну, как приехал, сразу начали снимать. Кружка. Это Колосов? Да, кажется, клиенты какие-то подарили. Так себе кружечка. Хороший кофе. Ну, знаете, он был кофеман, любил хороший кофе. Галина Николаевна, яд был добавлен в кофе. Кружка все время стояла на режиссерском столе, за которым все время сидела Фурсова. Но вокруг стола постоянно народ крутился, так что непонятно, как и когда злодей отравил кофе. Загадка. Ну, а как отравилась Фурсова? Хлебнула из его кружки? Не похоже. На ободке кружки слюна, только Колосова. А я, кажется, знаю, как она могла отравиться. Смотри. Теперь скажешь. Права была Галина Федоровна. Кто такая Галина Федоровна? Моя учительница по русскому литературе. Она мне все время говорила: Андрюша, не грызи ручку! Некрасиво! Галина Николаевна, я из банка. Владелец знал заранее, что отзовут лицензию и обеспечил получение денег очень узкому кругу лиц. Среди них Вальдемар, который вчера утром снял 500 тысяч евро. Смотри, он вышел из банка с портфелем. Тугой такой. Еще бы, там 500 000 евро. С этим портфелем он зашел в павильон. Вот же он лежит, пуст. Значит, целью убийства Колосова были деньги? Похоже, что так. И кто мог про это знать? Да. Я изучил медкарту Колосова. Он действительно был бесплоден. Спасибо, Борь. Значит, жена Колосова врет и беременна она не от мужа. Если Колосов знал, что он бесплоден, то получается, он знал, что и жена ему изменяет. Вот и мотив. Я ничего не знала про деньги. То, что Вальдемар приехал с портфелем, это я помню. А что в нем, я не спрашивала. Допустим. А как ваш муж отнесся к известию о беременности? Да он был на 7-м небе от счастья. Он с таким волнением ждал нашего первенца. А мне кажется, вы врете. Ваш муж был бесплоден, и он знал об этом. Сразу составил завещание на племянника. А это заявление из ЗАГСа. Он собирался с вами разводиться. У Анны Колосовой два основных номера в разговорах. Значит, первый принадлежит ее мужу, а второй некоему Артему Гришину.
Кто такой Артем Гришин? Я больше ничего не буду говорить. Держи, это ручка пострадавшей Фурсовой. На ручке Фурсовой следы яда. Получается, что она отравилась по ошибке? Целью был только Колосов? Мне только что сообщили. Фурсова пришла в себя. Завтра ее из реанимации переведут в обычную палату. Здравствуйте, Мария Ивановна. Капитан Власова, Федеральная экспертная служба. Ну, наконец-то. Может, ты объяснишь, что случилось-то вообще? Ну да, объясню. А ты отравилась ядом 3 дня назад, помнишь? Я в курсе. Ну, я в курсе, что ты в курсе. И что, арестовали его? Кого? Кого-кого? Козла этого, который отравил меня. Вальдемара, конечно. Вон оно как. Подожди, так ты считаешь, что это он отравил, что ли? А что, нет, что ли? А что, да, что ли? Это козлина угрожал мне, что если я с Мотей не расстанусь, он меня грохнет. Действительно, козлина. Фурсова! 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 Чего тебе? Ты что себе позволяешь? А? И тебе, вам. Чего вам? Сколько тебе раз говорить? Оставь моего племянника в покое. И чё? Он вообще-то взрослый. Может, он сам решит, с кем спать, с кем нет. Я тебе еще раз говорю. Оставь моего племянника в покое. Ты поняла меня? У нас вообще-то обоюдное хотение. Кругом враги. Прихлебатели. Жрут меня. А я один, душа нараспашку. У нас обоюдное хотение! Выгоню всех к чертовой матери! Ха, слушай, а нелогично получается, как он травил тебя, а Коня двинул сам. Серьезно? Ну, прикинь, про что и речь. Причина смерти – отравление ядом. Офигеть! Вообще, дело-то не в этом. Ага. Там, когда усыпили всех, бабло пропало. Крупная сумма денег из его портфеля. Ты ничего об этом не знаешь? Про деньги нет, ничего. Это плохо. Подожди. Ты что, на меня хочешь это повесить? Да успокойся, нужна ты мне, Господи. Ну а что тогда? Не, ну я просто думала, может, ты подозреваешь кого, нет? Нет. Слушай, а про кого он говорил кругом враги? Это мои деньги! Это мои деньги! Катись к черту! Стой! Стой! Стой тут, никуда не уходи, понял? Галина Николаевна, тут новые факты всплыли. Сейчас товарищ Гришин еще раз покажет свой паспорт. О, опять в астрал ушел. Вот так всю дорогу беда с этим математиком. Так, товарищ Гришин, паспорт предъявляем. А? Что? Паспорта. Вот, полюбуйтесь. Вот этот человек, живой муж нашей вдовы. Так, ребяточки, не проясните один момент, в голове не укладывается. Значит, Анна, будучи замужем за Артемом Гришиным, выходит замуж за Колосова, правильно? Именно. Интересно, как это у него вышло? Тут один раз не получается. Сейчас. Так, это копия свидетельства о заключении брака из саратовского ЗАГСа. Значит, они там поженились, потом они оба приехали в Москву, и она себе оставила свою девичью фамилию. А здесь она уже получила новый паспорт, якобы взамен утерянного, но без штампа о браке, и уже вышла замуж за Колосова. А ЗАГС что, такие вещи не проверяет? Как? Единой базы ЗАГСов в нашей стране не существует. Квадрат плюс y квадрат в степени n. n плюс 1 расходящийся ряд. Нет, нужно через... Что вы там шепчете? Да, простите. А вы про Анечку спрашивали? Она много работает, торгует косметикой, часто ездит в командировки. А вы в курсе, что ваша жена одновременно с вами была замужем за Вальдемаром Колосовым? Ей будет предъявлено обвинение по статье 235 УК Российской Федерации, двоеженство.
Также она подозревается в убийстве своего второго мужа. Простите. Второго мужа? Вы, наверное, с кем-то путаете Анечку. Она не может быть замужем за кем-то еще. У нас хорошая, обычная семья. Скоро будет ребенок. Во время съемок рекламного ролика кто-то усыпил всю съемочную группу. Не проснулся только Вальдемар Колосов, владелец рекламного агентства. Вскрытие показывает, что он был отравлен. Яд был добавлен в кружку с кофе, которая все время стояла на режиссерском столике. В день съемок у Колосова с собой была большая сумма наличных. Выясняется, что вдова Колосова, Анна, беременна от другого мужчины. Более того, она была одновременно замужем за двумя мужчинами. Ей грозит статья за двоеженство. Как вы это объясните? Знаете, я очень люблю Артема. Да ну? Да. Вот такого странного, чудаковатого математика, витающего в облаках. Он с утра до ночи в своих формулах, но ими-то сыт не будешь. Бросить Тему я не могу, он без меня погибнет. А мне хотелось нормальных денег. Однажды я снималась в рекламе у Вальдемара. Актер Масса Акцент, дойди сюда, пожалуйста. Сейчас на хлопушке 44-я сцена. Ты текст выучила? Сколько? А вам на перекостюм, девушка, у вас... Да подожди ты со своим текстом. Сколько ты говоришь? Уйдите, уйдите, уйдите. Ну вот, это уже совсем другой разговор, а то как-то несерьезно было. Да, да. Так, сколько будет 18% от 435 тысяч? Ну, быстрее, быстрее. Сейчас, сейчас. 78 тысяч 300. Все верно. 78 тысяч 300. Может, вы еще и теорему Ферма можете доказать? Ну, справедливости ради, она уже доказана для некоторых показателей N. Вальдемар, режиссер. Анна, очень приятно. Он влюбился в актрису из массовки, представляете? Это же один раз на тысячу бывает. Старый, но упакованный с головы до ног. Я вышла за него. И оказалось, что два мужа очень хорошо монтируются вместе, если один из них с утра до ночи не вылезает из своих формул, а другой со съемочной площадки. Да, спасибо, вы нам очень помогли. Всего доброго. Ну, наконец-то. Курьер по фото опознал покупателя Эфирона. Итак, вы усыпили съемочную группу, отравили Колосова и забрали 500 тысяч евро из его портфеля. Стоп, стоп, стоп. Я никого не убивал. Но ведь деньги взяли вы. Да ничего я не брал. Не надо на меня навешивать все преступления. А зачем тогда всех усыпили? Ну да, мы поссорились. Хотел ему отомстить, сорвать съемку, чтобы он попал на деньги. Но уснул и очнулся вместе со всеми. А деньги? Никаких денег я не брал. Thank you.
Все самые успешные рекламные кампании придумывал я. А все заслуги присваивал он. Меня это достало. Я предъявил ему ультиматум. Это мои деньги и мои идеи. Ничего. Либо ты меня делаешь креативным продюсером, либо я ухожу в другую компанию. Да кому ты нужен? Официально все идеи мои. А без портфолио тебе только вахтером возьмут. Да, я знал про банк и про деньги. Я решил вернуть свое. Восстановить справедливость. Понятно? Сядь в кресло Колосова. Зачем? Ну, сядь, тебе говорят. Зачем? Возьми в руку стакан. Держи ровно. Держи. Андрей, возьми какой-нибудь цветной реактив и попробуй капнуть сюда. Вот, как яд попал в организм Колосова. Кость, давай наверх, ищите следы. Галина Николаевна, вы лучшая. Вы гений розыска. Я горжусь, что я работаю с ней, с вами. Галина Николаевна, теперь мы этого Синицына к стене припрем. Припрем! Припрем! Сейчас дождемся результатов по отпечаткам и волосу и прижмем. Это ведь обломок логотипа производителей женских сумочек. И на нем следы яда, которым отравили Колосова. Поворот. Ага. Зачем вы меня снова вызвали? Я же вам уже все рассказала. Сумка у вас фирменная, но логотип сломался. Где-то потеряли? Надо же, да. А мы его нашли. И знаете где? В павильоне. На подъемнике. Вы, наверное, очень торопились и зацепились. Кстати, на логотипе следы яда. А также возле подъемника мы нашли ваш волос, а на самом подъемнике ваши отпечатки пальцев и потожировые следы. Да. Это я его убила. Как же можно быть такой неблагодарной? Убить бывшего мужа, который так о вас заботился. Заботился? Не была бы дурой, убила бы раньше. Это за что же? У нас все было неплохо, пока не началась черная полоса. Ну, знаете, кризис, неудача на работе. Я еще не могу забеременеть. Вальдемар начал пить, избивать меня, обвинять в бесплодии. Черт, пустая уже. Надо еще купить. Демар, хватит уже. Пойдем домой. Слышь ты, нефиг мне указывать. Родить мне не можешь, бесплодная. Так хоть за бутылкой сходи.
Это дрянь! Какая же это Я стала инвалидом и прошла все круги ада по больницам. Но продолжали терпеть? Нет. Мы вскоре разошлись. Но этот случай повлиял на Вальдемара положительно. Он перестал пить, у него все наладилось. Он оплачивал все мои больницы, все мои операции. Только обида во мне осталась. Но почему же вы столько лет терпели эту боль и решились убить только сейчас? А потому что только сейчас я услышала разговор Вальдемара с его адвокатом и узнала, что он бесплодный. Понимаете? Он бесплодный, не я. Это было последней каплей. Он сломал мою жизнь. Он сделал меня калекой, оставил незамужней, бездетной. Это он мне внушил, что я не могу иметь детей. Понимаете, я не он. А тут все как раз и выяснилось. И наш банк как раз лопнул. Ваш банк? Да. У меня тоже есть счет в этом банке. И мне позвонили и сказали, что я с утра пришла и сняла деньги. Тут-то я все и придумала. Все расспросили. Да, я просил. Значит так, насколько ты помнишь, значит... Даже глаз не пришлось прищуривать, чтобы прицелиться. Ирония судьбы. Я тихонько сошла с подъемника, и меня никто не заметил. Я думала, когда все начнут суетиться вокруг трупа, подойду и незаметно заберу портфель. А потом все вырубились, и оказалось, что портфель исчез. Я ведь так любил дядю Вальдемара. Как он мог с ней так это самое сделать? Я ведь так хотел быть похожим на него. Я хотел бы попросить. О чем? Поговорить с тетей Викой. Тетя Вика, мне так жаль. Мать. Я и не знал, что он может быть таким жестоким. Но вы же добрая. Вы должны были помириться.